Час назад Тегеран сделал официальное заявление и присягнул на верность силам самообороны. Китай захватил Средний Восток. Слава богу, Спектр спасли, не то мы все бы уже на китайском трепались. Твою мать, могло быть и хуже. В Афгане стало жарко. Русский министр сейчас в Кабуле переговаривается с их президентом насчет мирного договора. Проблема в том, что ЦРУ перехватило приказ о ликвидации, отданный самим Раулем Менендесом. Из-за угроз встречу перенесли в Майдан-Шар, 80 километров на запад от Кабула. Мы охраняем правительственный конвой. При любой угрозе разрешено работать на поражение. Разрешено и рекомендовано, твою мать! Используйте квады для разведки с воздуха. Птички вам понадобятся, потому что эти ублюдки окопались там, в горах, как песчаные крысы. Кракен будет следить за каждым вашим шагом и предоставит поддержку по первому требованию. АСД будет прикрывать вас снизу. Мы играем наверняка, так что в этот раз на землю не спускаемся. Только дроны и глаз с небес. Ближайшая тепловая сигнатура по координатам Эко Сьерра 719854. Доступна поддержка квадрокоптеров. Квадспид. В квадрате замечен противник. Конвой попал под огонь стрелков и РПГ. Группа разведки обнаружила группу противника на окружающих возвышенностях. С помощью подкрепления обезвредьте мины и расчистите путь для конвоя. К конвою приближаются вражеские танки. Лучшее средство обороны АСД. Открывать огонь по необходимости. В поддержку конвоя установлена зона свободного огня. Машины под обстрелом. Срочно требуется подкрепление. Внимание! Разведка сообщает, что враг заминировал главный маршрут. Машина Альфа попала под шквальный огонь. Обнаружены вражеские РПГ. Направьте дронов в атаку. Альфа долго не продержится. Еще один удар и браво, вспышка! РПГ уничтожен. Координаты подтверждены. Готовится удар ВПП. К конвою приближаются конные войска. Нейтрализуйте их, прежде чем они успеют установить мины. Мы можем лишиться машины Чарли. Квадрокоптеры развернуты. Отправлен отряд для ликвидации кавалерии. РПГ крышка. Противник атакует машину Чарли. У Браво проблемы. Срочно требуется подмога. Говорит Дельта, срочно нужна помощь. Машине Альфа требуется помощь. Отвлеките их от нас. Противник атакует машину Альфа. Требуется подкрепление. Вражеский РПГ уничтожен. Вражеские всадники выбраны в качестве цели. Еще один удар и браво, крышка. Машина Альфа, нам скоро конец. Машина Альфа попала под шквальный огонь. Перезарядка завершена. ВПП наготове. Не продержится. Выбрана цель для удара ВПП. Ждите. Вражеские танки приближаются справа. Машина Альфа уничтожена. Мы лишились одной машины. Надо защитить остальной конвой. У Браво проблемы. Срочно требуется подмога. Машина Браво запрашивает подкрепление. Мы под обстрелом. Чарли несет слишком большой урон. Вражеская техника справа от конвоя. Чарли, попали! Срочно запрашиваю подкрепление! Вражеские танки приближаются справа! Вражеский танк уничтожен! АСД под моим управлением! Ведется управление квадрокоптером! АСД на земле! Покидают заданную позицию! Доступна поддержка ВПП! Это взрывчатка максимальной мощности! Использовать только на ключевых целях!
Переходим к координатной сетке АСДМ. Сигнал потерян. Включение дистанционного управления АСДМ. Боевая платформа наготове. Огонь по приказу. Говорит право. Мы долго не продержимся. Машина право под обстрелом. Машина Чарли попала в прострел. АСДМ покидают зону выброски. Машины просят избавиться от РПГ на скалах. Объект потерян. Установлено ручное управление квадом. Враг уничтожил машину «Браво». Мы потеряли две машины. Любой ценой защитите остальной конвой. Вражеский вертолет сбит. Вражеский РПГ уничтожен. Прямое попадание. Вертолет сбит. Квадрат входит вражеские вертолеты. Нейтрализуйте их с помощью квадов. Чарли несет слишком большой урон. Противник атакует машину Чарли. Вражеский вертолет сбит. РПГ крышка. Вражеский РПГ уничтожен. Отправлен отряд для ликвидации кавалерии. Чарли под обстрелом. Срочно нужна помощь. Доступна поддержка квадрокоптеров. Вражеские всадники выбраны в качестве цели. Идем в атаку на вражескую кавалерию. В зоне выброски появились квадрокоптеры. РПГ крышка. Отправлен отряд для ликвидации кавалерии. РПГ уничтожен. Чарли попали. Срочно запрашиваю подкрепление. Машина Чарли уничтожена. Повторяю, машина Чарли уничтожена. Три машины уничтожены. Обеспечьте безопасность последней машины. Вражеский РПГ нейтрализован. Вражеский вертолет сбит. Необходимо избавиться от вертолета. Вражеский РПГ уничтожен. Вражеский РПГ нейтрализован. Объект уничтожен. Переход на управление квадом. Доступна поддержка квадрокоптеров. Вертолет падает. Вражеский РПГ уничтожен. РПГ-крышка. В зоне выброски появились квадрокоптеры. Вражеский РПГ уничтожен. РПГ уничтожен. Вражеский РПГ уничтожен. Вражеский РПГ нейтрализован. РПГ уничтожен. Задание выполнено. Конвой прибыл к месту назначения. Всем занять оборонительные позиции по периметру для взлета СВВП.
Вот это зрелище мне по нраву. Твою мать, как по учебнику. Это судно битком набито гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Дунфэн» до 7 махов. Один удар способен нейтрализовать любой из наших авианосцев, включая «Обаму». Ракеты будут доставлены на эти эсминцы, покрытые углеродными нанотрубками, что делает их невидимыми для наших спутников. Вот почему Харперу пришлось заснять пленку по старинке. Силы самообороны планируют ракетный удар по Ирану. Именно, парни. Иран. У нас и так проблем хватает. Не позволим превратить Персию в сучку сил самообороны. Система защиты терминала Кеппел основана на одной ракете «Дунфэн», расположенной в центральном узле. Вы получите СВЧ-взрывчатку. Сверхвысокочастотное излучение повредит систему наведения ракеты. С востока и запада периметр защищен лазерами на свободных электронах. Эти лучи способны уничтожить любую ракету ближнего действия. Они нужны нам, чтобы ликвидировать грузовое судно. Портативные модули взлома перепрограммируют их систему наведения, и они поджарятся в собственном соку. Когда система обороны будет нейтрализована, вызывайте Кракена, и мы начнем воздушный удар. Картинка со спутников. Надо избавиться от зениток. Яблочко! Ведем огонь по вражеской пехоте! Ему конец! Подтверждаю, АСД готовы к развертыванию. Переходим на позицию для атаки пехоты. Открываем огонь по вражеской пехоте. Орел ранен. Враг уничтожен. Ведем огонь по вражеской пехоте. АСД на земле. Покидают заданную позицию. Открываем огонь по вражеским квадам. Генератор помех установлен. Создаются помехи для системы наведения. Открываем огонь по квадам. Вражеский квад уничтожен. Враг уничтожен. Враг уничтожил наш генератор помех. Тут человек! Приближается еще один отряд. Готовьтесь встречать... Сигнал потерян. Включение дистанционного управления АСД. Войска подкрепления приближаются. Ведем огонь по вражеской пехоте. Враг уничтожен. Открываем огонь по вражеским АСД. Викин, ваши АСД уже в пути. Открываем огонь по вражеской пехоте. Яблочко! Переходим на позицию для атаки пехоты. Нарушение крови истекает! Ведем огонь по вражеской пехоте. Угроза ликвидирована. Готов! Доступна поддержка АСР. Открываем огонь по вражеской пехоте. Ему конец. Угроза ликвидирована. Огонь по вражеским АСР. Враг уничтожен! Нас тут ранены! Приближается пехота. Данные получите после высадки.
камеры на шлеме установлена. Подтверждаю, новые войска на готове. Генератор помех установлен. Создаются помехи для системы наведения. Генератор помех под огнем врага. Вас противника сбит. Ведем огонь по вражеской пехоте. Элемент утерян. АСД под моим управлением. Утерян генератор помех. Уничтожил наш генератор помех. Перегруппироваться. Мы должны захватить управление ракетой. Открываем огонь по вражеским квадам. Приближается еще один отряд. Готов их встречать. Ведем огонь по вражеской пехоте. Открываем огонь по вражеским квадам. Вражеский квад. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Переходим на позицию для атаки пехоты. Угроза ликвидирована. Прямое командование пехотой. Ведем огонь по вражеским квадам. Переходим на позицию для атаки пехоты. Открываем огонь по квадам. Вражеский квад уничтожен. Нам направили дополнительный ГЛАУ. Ведем огонь по вражеским квадам. Готов. Устанавливаю генератор помех. Начинается перекалибровка наведения. Вражеский квад уничтоженный. Генератор помех под огнем врага. Открываем огонь по вражеской пехоте. Викинг, дополнительные ГЛАУ ждут приказов. Орел ранен. Ведем огонь по вражеской пехоте. Орел ранен. Есть попадание. Ведем огонь по вражеской пехоте. Враг уничтожен. Приближается пехота. Данные получите после высадки. Система наведения ракет отключена. Подтверждаю, система наведения ракет отключена. Вражеский квад уничтожен. Яблочко. Подтверждаю, новые войска на готове. Угроза ликвидирована. Открываем огонь по вражеской пехоте. Открываем огонь по вражеским квадам. Вражеский АСД нейтрализован. Подтверждаю, АСД готовы к развертыванию. Вражеский квад нейтрализован. Огонь по вражеским ГЛАУ. Орел ранен. Ведем огонь по вражеским квадам. Орел ранен! АСД покидают зону выброски. Ведем огонь по вражеским квадам. Квад противника сбит. Враг уничтожен. Ждите, к вам направляется огневая группа. Ты раненый! Готов! Подтверждаю, ведется взлом лазерных систем. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Переходим на позицию для атаки пехоты. Готов! В яблочко! Открываем огонь по вражеской пехоте! Яблочко! Переходим на позицию для атаки пехоты! Открываем огонь по вражеской пехоте! Вражеский квад! Враг уничтожен! Орел ранен! Переходим на позицию для атаки пехоты! Ему конец! Первый пункт. Ура! Лазерная оборона у нас под контролем. Взлом завершен! Есть попадание! Угроза ликвидирована!
Приближается еще один отряд. Готовьтесь встречать. Ведем огонь по вражеской пехоте. Готов. АСТ приближаются. Одна минута. Ему конец. Ведем огонь по вражеским АСТ. Открываем огонь по вражеским складам. Вот противника спит. Войска подкрепления приближаются. Подтверждаю, ведется взлом лазерных систем. Вражеский АСТ уничтожен. Вражеский квад подбит. Ведем огонь по вражеской пехоте. АСТ на земле. Покидают заданную позицию. Тут человек кровью. Угроза ликвидирована. Огонь по вражеским клау. Открываем огонь по вражеской пехоте. Переходим на позицию для атаки клау. Орел ранен. Подтверждаю, вражеский квад сбит. Ведем огонь по вражеской пехоте. Второй лазерный пункт наш. Самолет на исходной точке, готовы к сбросу. Слом завершен. Открываем огонь по вражеской пехоте. Ждите, к вам направляется огневая группа. Орудие готово. Приближается авиационная группа. Ведем огонь по вражеской пехоте. Открываем огонь по вражеским квадам. Есть попадание, корабль уничтожен. Задание выполнено, конвой прибыл к месту назначения. Всем занять оборонительные позиции по периметру для взлета СВВП. Я знал, что могу на вас положиться, командир.